филологический факультет. Ну что же, а следующий педагогический отряд на Джина ни в коем случае не надеется. Он надеется на четкую логику, жесткие алгоритмы, на то, что все, абсолютно все, взаимосвязано. И вот как раз эта числовая логика положена в основу их выступления на смотри-конкурсе вожатского мастерства «Лимпопо 2011». Встречайте, факультет информатики! Дорогие друзья, вожатые факультета информатики, приветствуют вас! Мы провели это лето в чудесном детском оздоровительном лагере «Космос» и не понаслышке знаем, как сотворить для детей пусть маленькое, но чудо. А как нам это удалось? Откроем вам секрет. У нас есть три чудесных компонента, и если их соединить все вместе, то отдых в лагере станет чудесным и незабываемым для каждого ребенка. Итак, первый – это, конечно же, здоровье. А чтобы быть здоровым и бодрым весь день, нужно рано утром вставать на нашу танцевальную зарядку. Ведь в лагере должно быть весело. А это как раз и есть второе условие нашего чудесного отдыха. А от чего без ума дети всех возрастов? Ну, конечно же, от дискотеки. А как она проходила в космосе, мы вам сейчас покажем. Столько эмоций я не испытывал еще никогда в жизни. А вы? И мы тоже!
Вот именно поэтому в заключение мы бы хотели признаться в любви нашим замечательным детям, которые подарили нам эти незабываемые воспоминания. Еще с тобой, что ты решил со мной любой сыграть, и твоим признаниям нельзя доверять. Но сами мы сказали так себе, пусть будет лаг в нашей судьбе. Сотворим мы вместе мечту свою, космос, как тебя я сильно люблю. Мы подарили вам чудо.